5 теплотрасс капитально отремонтируют в этом году в Чебоксарах. О выполнении планов ремонтных работ и реализации инвестпроектов на коммунальных предприятиях столицы далее. Теплосеть – самое молодое коммунальное предприятие города. Но за 4 месяца работы в прошлом году теплоснабжающая организация перевыполнила план ремонтных работ. По инвестиционной программе водоканала построили очистные сооружения и станцию для очистки Заволжья, отремонтировали резервуары и канализационные сети. А вот у другого предприятия, которое отвечает за электрические сети, есть проблемы. План базовой инвестиционной программы на 2018 год составлял 87,57 миллионов рублей. Освоение инвестпрограммы за 12 месяцев 2018 года составило только 43,5 миллиона рублей без НДС и 49,7% от плана. Коммунальные технологии не в первый раз не выполняют нужный объем работ. Столичная администрация направила иск в суд о расторжении инвестиционного договора. Последние годы на уровне 50% и ниже исполнения всех этих программ. По теплоснабжению мы уже это проходили. Расторгли договор. Суд учел наши доводы, нашу информацию. Но здесь надо по тому же пути идти. Реконструкция кабельных сетей, капремонт теплотрасс, систем водоснабжения, модернизация оборудования. Перед коммунальными предприятиями города стоят серьезные задачи на год. Своевременное проведение текущего капитального ремонта обеспечивает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. И срывы объемов, сроков недопустимы. Нужно процесс держать на личном контроле. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.